Чтобы продать как можно больше своих финансовых продуктов, банки нередко навязывают клиенту услуги, которые ему не нужны. Часто под видом банковского вклада менеджер может продать какой-либо инвестиционный продукт, например, полис инвестиционного страхования. Такая практика называется мисселлингом. Это не является нарушением закона, но обманом в какой-то степени это назвать можно. Что же делать в такой ситуации? Конечно же, вы можете обратиться в Банк России, зайти на сайт. Есть интернет-приемная, есть телефон горячей линии. Вы можете подать жалобу или позвонить. Также очень удобно, поддерживается любым смартфоном, приложение ЦБ онлайн, где есть телефон горячей линии, и вы можете задать вопрос сотруднику Банка России, который сможет помочь вам в этой ситуации.